смотрите, ребята, зомбик в шапке и в наушниках. Вы когда-то такое видели просто? Переворачиваем машину. Давай, давай, давай. Посмотрите, зомби слушает музыку в наушниках. Я еще такого не слышал никогда, дорогие друзья. Вот это прикольно. Вот это да, вот это он дает. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ребяточки, ну что ж, побежали. Так, вот людишки, давайте их, собственно, с вами схаваем и побежим дальше. А вот, ребята, машина, переворачиваем, давай, отлично. Так, монеточки давайте соберем, вот эти все, они нам пригодятся, чтобы опять машина. О, ребята, мы превратили машину в монеты. Отлично, посмотрите, какие зубы у зомбика, который хавает людишек. Посмотрите, переворачиваем и эту машину. Погнали. Отлично, ребята, отлично. Прыжок. Еще прыжок. Ой-ой-ой, половина потерялась, ребята. Половина зомбиков потерялась, растерялась. Но ничего. Тем не менее, ребятки, мы продолжаем наш забег. И мы продолжаем играть в эту замечательную игрушку. Так. Поехали. Прыжок. Вай. Да. Давай еще раз. А, ребята, падай. Вы видели, мы разломили вертолет. Вот это круто. Вы это видели, ребята? Наша птица превращает бомбы в монеты. Вот это прикольно мы купили. Так, что это здесь, ребята? А здесь у нас НЛО, летающая тарелка, которая будет нас потихонечку размножать. Это очень отлично. Вау, прыжок. Еще раз прыжок. Бомба, прыжок. Отлично. Так, ребята, вы видели, НЛО прикольно сделала только что такую штучку и нас прямо развило. Посмотрите, ребята, как там на фоне зомби танцует. Вот это прикольно, да, реально круто. Прыжок, ребята, погнали. Давай еще раз, да, отлично. А кто это такой, ребята, вы видели, вот это прикольно. Вай. Супер, ребята, машины. Ой, ребята, круто. Отлично. Просто замечательно. Так, зомби-забег, мы продолжаем бежать. Наша замечательная игра, дорогие друзья. Прыжок. Отлично. Просто супер. Так, бомба. Ай-яй-яй, ребята, не все доскочили. Половина ребят там осталась у нас. Так, десантик, иди сюда, мы тебя съедим, собственно. И будем дальше продолжать издеваться над тобой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну что ж, дорогие друзьяшки, погнали потихонечку. Танк, ну танк мы, наверное, не перевернем, потому что нас, ребятки, очень мало. Нас сейчас 5 зомбиков. Ай-яй-яй, уже 4, потому что мы подорвались, ребятки, на бомбе. Ну ничего, мы продолжаем наш замечательный забег. Давайте перевернем эту женщину в машине. Отлично, так, и здесь у нас кто? Здесь у нас ниндзя. Ура, ребятки, я люблю ниндзя. Отлично. Ниндзя — это крутые чувачки, которые разрезают, ребятка, бомбы. Которые умеют делать двойные сальто. Посмотрите. И круто. Просто замечательно прыгать. Вот это отлично. Вот это мне нравится. Давайте перевернем эту машину. Так, ниндзя, ну давай сальтуху. Вау, круто. Ниндзяки, крутые чувачки. Сальто. Погнали. Отлично. Как черепашки-ниндзя прям крутится, ребят. Посмотрите. Вай. Да что ж ты будешь делать, а? Ребятки, ой. Так, все, ребятки, я опять зомбик обычный, без вайвайла машина, без каких-либо изменений, мы простой зомбик и все. Да что ж ты будешь делать, ребята? О, парашютистов, вы видели сколько, отличненько, просто круто, просто замечательно. Это просто не может не радовать, потому что теперь мы... Ребята, давай. Ого, ребята, половина зомбиков не доскочила. Реально, половину зомбиков я на яме потерял. Как так-то? Я думал-то все доскачут, ребята. Ой-ой-ой, подождите, ребятки. Вай. Рано. Мы бы с вами добежали. Посмотрите, мы 41 мозг, ребята, съели. 41 зомбика. Это просто круто. Просто замечательно, я считаю. Посмотрите, буль. И у нас уже есть практически собран напиток для того, чтобы нам открыть что-то новое. Так, здесь, как всегда, нам, ребятки, предлагают продать мозги.
Мы здесь их продаем. Так, и у нас миссия еще что-то собрать. Давайте, собственно, купим это все. Так, ну здесь у нас все отличненько. Можно здесь тоже купить кучу всего, ребятки. Так, ну в общем, что? И в общем, ребятки, я хочу сказать, что... Погнали дальше в наш замечательный забег, ребята. Давайте, погнали, 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 погнали. Зомби с ирокезом, с фиолетовым. Самый красивый зомбик, который мне нравится. Он бежит, смотрите, ребятки. Самый первый. Перфект, отлично. Мы собрали все монеты. Машинка переворачивается. Мы пробегаем дальше. Вторая машина тоже переворачивается. Отлично. Мы перевернули, ребятки, две машинки. Это просто замечательно. Мы продолжаем наш зомби-забег. Ой-ой-ой-ой-ой, зомби-забег. Подождите, зомби-забег. Это же зомби-забег. Правильно, правильно. А где же вы здесь? Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично, отлично. Просто супер. Зомбики, зомбики, зомбики. Так, прыжок. Отлично, 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 ребята. Прыжок. Супер, супер, супер. Просто замечательно. Еще один прыжок. Еще один прыжок, ребята. Отлично. Все, мы проходим эту замечательную игрушку. Дорогие подписчики, я вас очень люблю и очень уважаю. Вы меня попросили поиграть в эту игру. Я с удовольствием ее играю. Все для вас, дорогие друзья. Так что, если хотите, чтобы я поиграл в какую-нибудь другую игру, просто оставьте комментарий: Юра, поиграй в такую игру, и все, и ваша просьба будет услышана. Я поиграю в такую игру, которая вам будет интересна. Все для вас, чтобы вам было интересно, дорогие друзья, смотреть. А тем, кто не подписался еще на мой канал, ребятки, советую это сделать. Так, ну что ж, побежали, ребятки. Побежали, 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 побежали. Ой-ой-ой-ой, что это? Бомба. Опять попал я на бомбу. Прыжок, прыжок, прыжок. Еще один прыжок. Еще один прыжок. Да-д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 а, отличненько, отлично, 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 просто супер. Ой-ой-ой, прыжок. Прыжок, 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 отлично. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Отлично, 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 просто супер. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ребята, а что же делать? А что же делать? Ой-ой-ой, а вот-вот-вот, отлично. Просто супер. Просто супер, давайте вот этого тоже. Автобус, ребята, мы перевернули автобус. У нас так много зомби, что мы просто-напросто перевернули, ребята, уже автобус. Посмотрите, мы на бомбах больше взрываемся, чем падаем в яму. Перфект, отлично, мы что-то взяли. Цунами, ура, моя любимая цунами. Погнали, 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 погнали. Круто, 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 круто. Посмотрите, ребятки, мы все на своем пути сносим. Вот это мне нравится, вот это я понимаю цунами. Вот это волна. Вау, посмотрите, какая волна идет огромная. Вот это круто, ребята. Вот это да, посмотрите, которая волна просто проглатывает весь город под себя. Всех зомбиков, ребята, у нас уже 18 зомби. Уже больше, уже 21-22. Ребята, половина зомби не допрыгнула, вы видели. Половина зомби осталась снаружи. Что ж ты будешь делать, а? Так, ну что ж. Давайте автобус. Ой, мы не перевернули автобус, ребята, и нечаянно проиграли, остались там. Ну, тем не менее, ребятки, посмотрите, мы собрали с вами весь все зелье, которое нам только надо. Посмотрите. Все, ребята. Его полным-полно. И мы что-то открыли. А открыли мы что-то в магазине, теперь можем купить. Круто, это просто, ребятки, замечательно. Просто отлично. Так, давайте перейдем сюда. Сюда. Так, давайте сразу купим здесь. Вот так вот. Потом мы сделаем вот так вот. Это какая-то такая... Я даже не знаю. Ребята, это шапка с наушниками для зомби. Посмотрите. Вот это прикол. Посмотрите, ребята, зомбик в шапке и в наушниках. Вы когда-то такое видели просто? Переворачиваем машину. Давай, давай, давай. Посмотрите, зомби слушает музыку в наушниках. Я еще такого не слышал никогда, дорогие друзья. Вот это прикольно. Вот это да, вот это он дает, конечно. Погнали, 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 погнали. Давайте перевернем его. Давайте перевернем вот этого. Просто отлично, просто супер. Просто круто. Вот этого. И вот так вот прыжок. И вот так вот. Отлично, 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 отлично. Побежали, побежали, побежали. Просто круто. Шапки, такие зомбики прикольные, ребятки. Погнали, погнали. Прыжок. Второй прыжок. Отлично. Просто супер. Прыжок. Вай, 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 вай. Прыжок.
прыжок, прыжок, прыжок. Отлично, просто замечательно, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу замечательную игру. Будем продолжать в нее играть до тех пор, пока нам полностью ее не надоест. А я так понял, нам она никогда не надоест, потому что веселые зомби мы любой пропустили, только что ребята могли взять цунами или еще какую-то штучку. Мы чисто случайно, ребятки, это пропустили. Но ничего, на следующий раз, я думаю, мы обязательно с вами это возьмем. Вот, а что здесь? А здесь ниндзяки. Вот ниндзя я люблю, ребятки. Вот ниндзя, нормальные чувачки. Посмотрите, как они умеют крутиться, как они умеют прыгать. Это просто, я считаю, замечательно. Посмотрите, как они умеют классно делать там. Побежали, 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 сальтухи. Отлично, дорогие друзья, отлично. Просто супер. Прыжок. Отлично. Двойной прыжок. Давайте перевернем автобус. Давайте перевернем автомобиль. И давайте будем прыгать дальше, ребята. Давайте будем прыгать еще. Вот это круто. Вот это да. Такого я еще не видел, дорогие друзья. Это просто замечательно. Я считаю, что это просто круто. Давайте перевернем и этот автобус. Так, 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 так. Да что ж такое-то у нас здесь? Вау, 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 вау. О, монетки. Перфект. Мы все собрали. Посмотрите, сколько зомби в шапках, ребята. Аж 4 штуки. А, одного потеряли. Ой-ой-ой, тут у нас столкновение, ребятки, с машинами. Надо очень аккуратно быть. Ночной город все-таки. Это вам не шуточка, дорогие друзья. Так что нужно быть очень бдительным и аккуратным. Нормальные сразу. Ай-яй-яй. Ребятки, ребятки, дорогие друзья. Ребятки, мы с вами упали. Но, тем не менее, ничего страшного, дорогие друзья. У нас игра продолжается. Все у нас идет по плану. Так, ну что ж, дорогие друзья, хочу вам сказать, что этот эпизод подходит к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Мы сегодня с вами играли в зомбики, в забег зомби, в зомби-цунами. Это просто крутая игрушка, ребятки. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. И до скорых встреч, дорогие друзья, в следующих моих видео. Пока-пока!